Мусорные площадки на улице Советская 1/16, которая с весны этого года превратилась в несанкционированную свалку, больше не существует. Горы бытовых отходов и проржавевшие мусорные баки больше не будут портить облик улицы. Все дело в том, что данная площадка до недавнего времени относилась к предприятию, которое сменило адрес. Организация съехала, и площадка потеряла хозяина. А это значит, что никакого надзора за объектом здесь не велось. Горы мусора росли, но их никто не вывозил. Сотрудники компании «Валента Фарм», производство которой находится рядом, неделю назад обратились к главе округа с просьбой помочь очистить территорию. Свалка была оперативно ликвидирована. Здесь рядом с данной территорией находилась областная таможня. Значит, они пользуются этой контейнерной площадкой. У них был договор заключен с региональным оператором ООО «Хартия». Договор весной был прекращен. Данную свалку мы убираем по поручению главы городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича. Сотрудники «Валента Фарм» благодарны администрации за решение важной для них проблемы в кратчайшие сроки. Санитарное состояние территории компании «Валента Фарм», да, уже не говоря о производственных помещениях, должно отвечать самым высоким требованиям чистоты. И поэтому несанкционированные свалки, которые были организованы ранее, да, на этом участке, они были очень критичны для нас. Не прошло даже больше недели, как мы видим, что свалка убирается. И, в общем-то, я хотела только всех поблагодарить. Рабочая группа по решению проблем вывоза твердых коммунальных отходов заверила, что после уборки мусор на данной территории больше не появится. Теперь этот участок земли будет предназначен для парковочных мест. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.